Не кофейня, а вот именно такая домашняя обстановка, которая вот можно сесть, расслабиться и вспомнить, что я у себя есть. Вдохновение и раскрытие творческого потенциала женщины. Все это ожидает посетителей нового пространства «Магия жизни». Трансформационный психолог Мария Андреевская говорит, что это станет местом встречи единомышленников за чашечкой кофе или чая, где можно отвлечься от работы, городской суеты, расслабиться и снова почувствовать себя женщиной. В том числе будет нейрографика, сейчас очень такое модное направление, и очень классно расширяет сознание и открывает какие-то новые возможности. Вот этим мы здесь будем заниматься. Будет интуитивное рисование, будет очень много творчества. И, конечно же, здесь каждая женщина будет окружена любовью, заботой, то, чего женщине не хватает в обычной жизни. Музыкальные и творческие вечера, нумерология, гадания на картах, мастер-классы, родовые семинары и многое другое станет частью этого уютного места с собственной кофейней. Хочется встретить здесь своих сестер духовных, да, хочется встретить здесь душу родственную, хочется спросить о чем-то и получить ответ. Очень многих именно запрос вот на такого рода пространство, то есть где бы они могли быть в сотворчестве, возможно, со своими единомышленцами, женщинами, активными. Следить за программой мероприятий в творческой гостиной можно на инстаграм-аккаунтах проекта и Марии Андреевской, которые вы видите на своих экранах.